В среду в Самарской области будет ясная и малооблачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура 22-25 с плюсом, ночью 14-16 выше 0. В Сызрани небольшая облачность, днем плюс 24 градуса, ночью плюс 16, ветер северный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, плюс 23 градуса в дневное время, ночью 14 выше 0, северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 23 градуса, тепла, ночью плюс 15. Ветер северного направления 5 метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 44%, температура воды в реке Волга 21 градус, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.